А ты же знаешь, что ВТБ под санкции пошел? Ну, и, короче, приложения никакие у нас не работают, телефоны, мы не можем расплачиваться. Я открываю приложение ВТБ, а ни у кого не работает приложение, я не могу посмотреть зарплату, только завтра в банкомате. Ага, я понял. Потому что ВТБ под санкциями, Альфа тоже все банки, работает только Сбербанк. Ясно, все ясно. Короче, новостей вообще никаких хороших нету. У нас уже, ну, в открытую все уже, если раньше шифровались, то уже сейчас все по телефону так говорят. А с Млечника вообще пизда, сколько погибших. Просто не счесть. Ясно. Да, это пиздец. Это хуже, чем в Сирии. Я, блядь, поеду в уволюсь. У меня вообще это, Понятно. блядь, просто пизда. Ну, блядь, Понятно, что... потом уже поеду, да, расскажу. Да, конечно, ты уволишься сразу же в этот же день. Как там все перешится, и все, сразу же нахуй, до свидания. Да, конечно, я на горжанке все работы нормально найду. Никаких хороших новостей вообще нет. От всех слышишь только вот боль и слезы, и все. Я буду пока уходить временно с работы. Хотя думаю, в этой ситуации, как уходить с работы? Как бы сейчас какой-нибудь дефолт нахуй не ебанул. А нельзя как-то выкопать себе яму и туда спрятаться? Ну тут как бы остановился, выкапываешь и прячешься. Пиздец весело. Да, не такая хуйня. Вы типа там все молокососы? Еще раз. Я говорю, вы там типа все молокососы? Да почему нет? Сколько тебе, 27? 26. Да Молокососы, здесь да. нет, да здесь есть ведь мужики по 40 лет, блядь. Ты кто уже, блядь, прошли побули нас. Я зашел в нее. Ой, бля, пиздец. Там, короче, один написал своей жене с вашей бригады, что типа этот, Наташ, я походу останусь здесь, здесь полное чистилище происходит. Смысле останется здесь. Ну, в прямом смысле, что типа он не выживет.